красавицы! Девчонки, хочу с вами поделиться таким обалденным рецептом квашеной капусты, девчонки. Ой, рецепт, девчонки, легкий, легче легкого. Теперь я солью не промахиваюсь. Рецепт простой. На вилок капусты среднего размера, такого средненького, столовая ложка соли с горкой. То есть, что мы делаем? Берем капусту среднего размера, режем, у меня вот такой вот ножичек, режем капустку мелко-мелко, добавляем тертой моркови на крупной терке и туда столовую ложку соли с горкой. И хорошо-хорошо все проминаем до сока, прям нём-нём-нём-нём, и выкладываем в банку. И банку ставим с вами на столе, чтобы она у нас постояла где-то 2-3 дня в тепле, то есть на столе. И на следующий день у вас будет сок, девочки. Вы берете нож и вот так вот обязательно протыкайте, протыкайте, чтобы сок туда уходил. То есть следите за тем, чтобы сок ваш не вливался из капусты. Поняли? Чтобы она у вас была сочная. Прям несколько раз в день вот так вот подходите и протыкайте, чтобы она была сочненькая, сочненькая. Девчонки, вы не представляете, капустка – это просто огонь. Вкуснятина, девочки, капуста у меня получилась хрустящая, сочная. Я, смотрите, девчонки, сколько смолу, я не прохожу мимо. Я сюда так и лазю, и в рот, так и лазю сюда, и в рот. Вкусная капуста, девочки, сделайте обязательно, просто, ну, сказка, а не капуста. Сейчас нам капуста квашеная просто необходима для нашего организма. А как вот эти вирусы летают здесь, противные, капусту надо есть, девчонки. Сало с чесноком, капусту квашеную надо есть. Так что вот, девчонки, простейший рецепт. Я честно могу сказать, я осенью капусту не заготавливаю. То есть мы вот так делаем. Сделали банку, съели, я еще делаю. Почему? Потому что если делать, заготавливать с осени несколько банок, она уже такая получается, вы знаете, ну невкусная, не знаю. А когда она только что, можно сказать, вот свежесделанная квашеная капуста, она такая получается ядреная, хрустящая. То есть капустка просто прелесть, прелесть, девчонки. Ну вот, девочки, сделайте обязательно такую капустку и будьте мои красавицы здоровы, самое главное. Кто новенький, девчонки, подписывайтесь на мой канал, давайте дружить, не забывайте ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы к вам приходили мои новые видео. Ну а с вами была я, Рубцова Наталья. До новых видео, мои красавицы. Пока, люблю вас всех. Что еще новенького узнаю, обязательно с вами поделюсь, девочки. Пока, пока, мои красавицы.